Итак, ребятишки, сегодня будем мы готовить печень лося. Вот я уже маленечко нарезал, вот на такие стейки. Потом будем резать колбаски. Дальнейшее приготовление для семьи. Стейк такой двигается. Покажи. Вот здесь у нас варится кусок языка лосяного. Лосячий язык. Вот такие вот стейки. Вот, короче, вот нарезали. Хоп-хоп. Хоп. 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 Так, ну вот это мне говорят, вырезать надо. Поближе что-нибудь хочешь показать? Сестра сказала, что это сосуды лосячьи в печени. Вот они. Вот эту пленку надо вырезать. Но это как бы не сама печень. Получается, хрен пойми что. Видите, какой он глубокий сосуд. Вот, вот эту пленку надо срезать. Потому что мы будем мясо. Сейчас будем обваливать его в соли. Перца. И будем обжаривать это все на масле. А может и на сале. На поросячьем, если есть жир. Или само сало. Ну ничего страшного, пойдет, блин. Эту пленку. Как же. Так, аккуратненько. Сейчас срежем. Чик-чик-чик. Здесь сейчас отрежу. Так, всех с Новым годом, кстати, от Fisherman Hunter. Первое видео в 2019 году снимаем. Вот. Ну и сейчас, короче, вот это выкинем. Это нам не надо. Оп. Выкидываем. И нарезаем вот на такие вот колбаски. Вот такие вот будем обжаривать колбаски. Длинненькие. Вот такие вот длиной. Хопа. Толщина. Вот. Так. Так. Это, короче, меня дядька так научил делать. Вот так. Хоп, хоп. Хоп. Хопа. Вот так нарезаем смак, у нас компания, телекомпания смак. А вот. Чехол такой грязный, что не могли помыть? Доска это грязная. С него натекло все. А вы, наверное, засранцы. Да, засираемся. Вот видите. Вот а что без перчаток? Перчатки нам не нужны, мы же не в ресторане. Мы так, забегаловка. Ой, смотрите, у вас волос с бороды упал. Волос с бороды у меня падал, да. Дима мне вырывает ее. Вот, видите? Вот такую вот нарезаем хуйню. Вот, ножик-то какой у вас острый. Кто вам его наточил, интересно? Сосед. Сосед? Угу. Ясно. Вот. Печень лосячья. По-монастырски. Борода специально отпустил мозг для вас. Да. Вот. Анютик довела мужика. Мы на стыд собираемся. Мы должны практику. Так. Короче, видео без монтажа. И, как говорится, без пиздежа. Вот. Короче, нарезанные колбаски посолили. Одна столовая ложка соли на это. И надо будет добавить сюда перца. А мы же пернятки насолили. Угу. Куда? На красную. Тем садись кушать, или Мишелька вот там холодильник. Угу. Проводим ядерное испытание. Чайная ложечка красного перца. Немного же, Вадим? Ну, ничего страшного.
Нет, до конца не было. Ну, ладно, высыпали. Было, не было. Ничего страшного, Вади. Не произойдет. Надеемся. Надеемся. Аленка, сала у вас нету вытопленного? Нет. На сале бы вкуснее было, по-моему. И лук надо. Ну все, можете нажимать. А тут все и так понятно. Дед Мороз сидит. Там потом почаще наполнить. Ну как я тебе? Ногой? Носом? Ага, так брызгивает. Слюни тут летят. Крышку какую-то еще не могу держать. Лосятья печень. Чем хороша лосятья печень? Тем, что вот, допустим, говядина, когда говядину держат, она же может там простыть. Ее поют алкоголем некоторый раз. Она может быть пропитая печень. А лось живет в лесу, где никто не забьет алкоголь. Это на всю печень. Так, а время у нас получается сколько? 30 минут, пускай 30 минут поставили жарить. Так, ладно, пауза. Готовится, сейчас скажу сколько. 7 минут. Ну вот, можно сказать, и готовность. Попробовали, вкусно. Сейчас эту партию высыпаем в тарелку и жарим следующую. И лучок опять заново добавляем. Вот. Пожарили за сколько, сейчас скажу, минут? За 12 минут. Мягкая. Видите, как жуется мягко. Ну вот. Готова печень.